Так. 27 марта 2021 год. Харьков 21:48 по Киеву. Луна дубль второй. На случай, если я первый раз кнопку записи не нажал. Шучу. Не смешно, как всегда. Что у нас? Так, 1 к 200 сейчас выдержка. Ты что ж такое? ИСУ 125, то есть самая низкая. Хочу посмотреть, что это за черная такая точечка. Сейчас. Вот. Сейчас я ее наведу. Все, не трогаю камеру. Вот это внизу экрана. А, это просто скопление нескольких кратеров. Темная область такая. N-образная. Или H-образная. Блин, да чуть техника дошла, а? Просто караул. Кто бы мне сказал лет 20 назад, что я фотоаппаратом мыльницей. Ой, ведь ручка. Давай уменьшу. Зумирование. Буду снимать видеозвук. И луну в 125-кратном увеличении. Облака нашли, ну что ж такое. Ну, не облака, а облачка, дымка. Но тем не менее. Сейчас пройдет. Посмотри, как... Так, это 1 к 30 выдержка, поэтому такая яркость. Ну, я сейчас как раз пройдусь по выдержкам, и будет 1 к 40, 50, 60, 80, сотня, 125. Один 160, 1 200, 1 250, 1 320, 1 400, 1 500. Убегает. Шестьсот сорок. Чуть-чуть подправлюсь. Интересно, как на мониторе будет лучше всего выглядеть, при какой выдержке.
Ой, там хорошее такое облачко идет, надо быстренько дело это сворачивать. 1 к 1000. 1250. 1600. 1 к 2000. Перебор. 1 к 2500. Ну, уже совсем лицо Man on the Moon виден. Шесть тысяч четыреста. Ну, тут вообще свет погас. А вот 1 к 1800. F6-3. Вот F6-3. И включаем свет. Один к 400, наверное. Красивее всего. Хорошо. Очень хорошо. Это был второй дубль. Облачко уже совсем рядом. Вот так, наверное. Резкость. Тяжело, тяжело даже. А, ну уже облако накрыло нас. Что же там резкость еще? Уже проходит дымчатое такое облачко через Луну. Ну, вернее, мы смотрим на Луну через дымчатое облако. К сожалению. Хорошо, все. Да. Будет так. 21:56 по Киеву в Харькове. 27 марта 2021 год. Очень рассчитываем на то, что завтра с утра будет чистое небо, с теми Юпитер-Сатурн. С утра и полную Луну. Одновременно на рассвете все три персонажа могут быть зафиксированы при удачном стечении обстоятельств, плюс Галилеевы спутники и кольца Сатурна.